Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от «Единой России» Андрей Степченков, Олег Цуцков и Андрей Яцишин приняли участие в заседании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду в территориальном управлении «Горское». На сегодняшний день приняты документы на выдачу паспортов готовности практически по всем объектам. Исключение составляют только амбулатория поселка Горки-2 и детский сад номер 37. Оба объекта партийцы взяли на контроль.